Ваша фамилия, имя, отчество? Голиков Евгений Николаевич. Угу. 1924 года рождения. Угу. А можно на дату рождения? А? Дата. 9 января. 9 января. 24 года. 24 год. То есть вам сейчас лет? 86. 86. Полные 86,5, грубо говоря. Угу. Скажите, пожалуйста, вот место рождения можно ваше узнать? Рыбинский район, ага. Ярославской области, село Милюшино. Ага, село Милюшино. Вы попали на фронт в каком году? В 42-м. Раньше не брали. Ага. А, и были там до 45-го года или до 44-го? И 45. Войну закончили... В Японии. В Японии. Угу. Ну, сначала 9 мая закончила, да. Потом посадили в эшелон, искали... Вся домой, часть наша, да, вместо отвезли дома. Отвезли на Дальний Восток. На Дальний Восток. И войну закончили 3 сентября в Порт-Артуре. На берегу Тихого океана. 45-го года. Угу. 45-го года. Скажите, пожалуйста, вы воевали на каком фронте? Там вот западный есть, центральный? Так, первый фронт воевали Ленинградский. Угу. Второй – западный, дальше – третий – белорусский, вся Прибалтика, естественно. И войну закончили мы 9 апреля, не 9 мая, а мы закончили раньше 9 мая 45-го года взятием города Кёнигсберга. Угу. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот нам надо вот узнать у вас название, номер армии, корпуса, дивизии. Вы помните? 11-я гвардейская краснознаменная Кёнигсбергская минометная бригада «Катюши». Можете повторить, пожалуйста? 11-я гвардейская краснознаменная Кёнигсбергская, да? Кёнигсбергская минометная бригада. РСовские «Катюши». Реактивные снаряды. Как интересно. Скажите, пожалуйста, в каких родах войск вы служили? Там пехота, танковые войска. Вы пехота? Артиллерия. Артиллерия, она называлась «Катюши миномет», а. «Гвардейские минометы», как она называлась по-настоящему, «Гвардейские минометы», «Катюши». Угу. Только, то есть вы вот во все, ну, в течение всей войны только в артиллерии, да, были? Что? То есть в течение всей войны вы только были, ну, в артиллерии всегда? Да, да, да. Перебрасывались с участка на участок, угу. С фронта на фронт. Угу. Скажите, пожалуйста, вот ваше воинское звание какое? Сейчас? Да. Не-не, за войну закрыли. Войну. Гвардии-сержант. Ух ты. Командир радиоотделения на «Катюше». Угу. Ну, а сейчас воинское звание майор. Угу, да, сейчас. После войны он это... Это потому что долго служил после войны. Да. Угу. На радиолокационных точках. Угу. Скажите, пожалуйста, ну, да, мы записывать не будем. Вот ваши награды, это вот у вас все с войны, да? Награды. Ну, все этим можно... Ну, первая награда – медаль за отвагу. Угу. Орден Красной Звезды. Можно просто перечислить, это не будем записывать. Ага. Записывайте орден. Записывать? Орден Красной Звезды.
Орден Отечественной войны. Медаль битвы за Ленинград. Медаль за победу над Германией. Медаль за победу над Японией. И сейчас новая награда. Медаль 65 лет победы над Германией. Это вот в этом году вам выдали, да? Да. Ну, за взятие Кенигсберга еще у вас. Да, это я сейчас скажу еще. Медаль за вызволение Белоруссии от Лукашенко, президента Белоруссии. Медаль за взятие Кенигсберга. Ну и остальные юбилейные не, можно не перечислять. Значок «Гвардия». Гвардейское постоянное звание. Да, вы же были. Гвардии сержант. Ну, больше я не буду перечислять. Ага, ну мы поняли, что у вас много всего. Лукашенко две награды прислал в этом году уже. 60 лет освобождения Беларуси и 65 лет вторая медаль освобождения Беларуси. Так. Скажите, пожалуйста, вот наше государство о вас как бы вот, ну как заботится, как-то у вас там пенсия, да, ну как бы больше, как чем мы. Ну как участник Великой Отечественной войны. Пенсия неплохая, хорошо. Вот, нормально. Ну как больше заботиться? Квартира обеспечена. Ну то есть заботиться, да? Очень хорошая у меня. Заботиться. Ну вот тут было 65-летию победы, там было денежное вознаграждение, потом там подарки награждали и так далее. Очень хорошая у меня дочь. Очень хороший у меня зять. Евгений Николаевич, это не относится к делу. Не перебивать, прошу. Жена у меня учительница, работала в школе всю жизнь математиком, заучем школы, директором школы. А сейчас вот заболела, ну, в больнице, вот вчера положили. Вот так. Бесплатный проезд на транспорте. Ну куда я поеду уже? Вижу плохо совсем. Ноги плохо ходят, уже и возраст. Вот. Ну вот, опека приезжает каждую неделю, кто-нибудь из них из Ленинграда приезжает. Внук у меня очень хороший. Вот. Сейчас в отпуске. Он в Москве живет и работает в Москве. Вот. Очень у меня хорошие, отметьте, соседи все так относятся к нам отлично, соседи. Беспокоятся, не принести ли вам чего, может что-то нужно, вот, и прочее. Соседи-то молодые у вас? А? Молодые по возрасту или вот там, не очень? Нет, всякие. И молодые все. А всякие, да, заботятся? Даже, да, и школы приходят, ребята вот такие придут, вот, интересно им очень. Я все постоянный у них, так сказать, ну как сказать, воспитатель. Ага, даже так. Да. Вот видите, я вам покажу уже, ладно, я вас и угощу. Ой, вот. Да. Нет, нет, не в этом дело. У меня постоянно клиенты.
Ух ты. Подходят, поздают. Вот и вас угощаю. Ой, спасибо. Спасибо вот, и вас угощу. Спасибо. У меня спасибо, вот такие большое. Все подходят. Николаич называют, руку подают. Каждый. Вот. Мне специально снабжают конфетками. У меня все время угощать, вот в кармане эти, каждый день. Выходят и прямо не спрашивая, руку хлопают и все. Это школьники, да, к вам приходят? А? Это школьники, да, к вам приходят, ребятки? Да и не школьники, и школьники ходят, все приходят. Все вам... Да. Ну, дети дома. Ага. На улицу выходят. Ага, до понятно. Этого вот это. Все время мы связь держали с 18-й школой. Угу. Постоянно я туда ходил. Ну, а сейчас вот уже здоровьишко сдается, зрение плохое, так вот уже... Ну и то все время позвонят и все. Вот первый раз вот не ходил на это, на День Победы. И хозяйка болела, я, и этих ребят не было, не приехали еще. Угу. Вот пришли прямо из Совета ветеранов, угу. Предприятия нашего КБ «Луч». Вот, поздравили, принесли. Вот. Ну хорошо. А работали вы на КБ «Луч», да, потом, после войны, когда вернулись? Да, да, в 40, в 50, из армии пришел в каком-то 53-м году. КБ «Луч» работал, и с него на пенсию ушел, больше нигде не работал. Угу. Начальник первого отдела. Да. Начальником первого отдела, да. Ушел на пенсию. Начальником первого отдела работал. Постоянный пропуск на предприятие. На каждое мероприятие просят прийти обязательно. Все время был председателем Совета ветеранов предприятия. Угу. Вот поэтому мне и туда в любое время, когда только я желаю, могу идти на предприятие. Все здороваются, молодежь и прочее, все. Угу, хорошо. Вот даже вас тут о вас статьи пишут, да, к вам? Приходили журналисты домой, да? Это корреспондент приходил домой, сюда, да, приходил документы журналист? Смотрел и угу. Все. Вот. Ну, хорошо. Так что войну прошел полностью. Угу, две войны. Угу. Да. Вот. Очень много наших русских погибших в 1905 году. Там первая русско-японская война. В Порт-Артуре имеется в виду? М? Я говорю, в Порт-Артуре имеется в виду? В Порт-Артуре, да. Угу. Вот. Кладбище русское. Вот. Пришли в Порт-Артур, там столько русских, столько молодежи. Еще с 1905 года уже там не молодежь, у молодежи молодежь уже. Очень угу. Многие вернулись в Россию. Ну, а мы пришлось дослуживать. Некому служить-то было. Даже когда познакомился со своей благоверной, а жена у меня золото, вы знаете, какая? Вот вы, будущая мать и прочее, вот вы знаете, я живу только благодаря ей и вот моим детям. Угу. Это зять. Вы понимаете? На танцы придем с ней. Я стою в углу, не умею танцевать. Она танцует. Вот так. В День Победы мы 9 апреля кончили воевать. Взяли Кёнигсберг. А война-то 9 мая кончилась. Пошли на танцы. Стоял дивизион-то наш там. Бронепоезд стоял, а там солдаты-то, девчонки все. Ну, на танцы, давай один. У нас учитель был из Чувашии, играл на аккордеоне, так, помка взвода. Вот играет на аккордеоне.
Девчонки ждут, когда мы их будем приглашать танцевать, а мы никто не умеем. Понятно. Поскольку мне, ну пойдем. Так я говорю, а кто за меня ноги-то переставлять будет? Вот так это шутка. А вы с женой познакомились в войну, да, или как? А? Нет. Не войну, да? Уже война кончилась. А после войны, да, познакомились с женой? С женой, да, в 53-м. А, уже потом уже, ага. Да. Мы еще до 48-го года в армии служил солдатом. В общем, все хлебнул, как говорят, шилом патоки полностью. Ну ничего, патриотизм был, если бы знали молодежи такой. Ведь пришли, мы думали, домой поехали в июле месяце-то. А мы мимо Ярославля. Поехали. До Читы доехали, там недалеко станция Дарасон, разгрузились. Своим ходом на катюшах с боеприпасами совсем через Монголию. Из Монголии через пустыню Гоби. Из пустыни Гоби через горы Большого Хингана. И до порта Артура, на берегу Тихого океана. Угу. Вот. Большой путь, да. Угу. Понятно все. Вот так. Интересно, да. Евгений Николаевич, спасибо вам большое за вот интервью, которое вы нам дали, за вопросы, что отвечали. Очень интересно.